Всем привет! Сегодня я хочу сделать распаковку очередной покупки из сайта Мыло Опт. Сегодня у меня небольшая покупка, но очень интересно посмотреть. Приступим. Это такие бирочки handmade работ. Я делаю мыло ручной работы, поэтому они мне очень подходят. Для каждого мылка будет отдельная бирочка. И здесь у нас 5 штучек таких красивых бирочек. Дальше скраб миндального ореха. Я хочу новый мылка сделать, мылка скраб, поэтому хочется скрабирующие элементы добавить. Это у нас крафтовый пакет, но с такими штампиками, ручная работа. Сейчас уже очень популярно упаковочка натуральная, не кулечки, а разные крафтовые или бумажные упаковки. Далее у нас отдушка. Отдушка называется «Кусочек счастья». Мне очень интересно ее попробовать, потому что название красивое. Я, конечно же, так же мыло назову. Назову «Кусочек счастья». Такой аромат, знаете, немножко сладенький, вкусный. Мне понравился. Можно использовать как для мыла с нуля, так и для мыла с основы. Дальше у нас такой вот красивый бисер. Называется «Ангелы и демоны». Бисер для ванны. Но я им хочу украшать мыло. Мне кажется, очень красиво должно быть. Так. Дальше наши покупочки. Это наклеечки. Наклеечки я буду использовать для мылка, для скрабиков. Вот такие органик косметики и натуральная косметика. Вот такие красивые наклеечки очень. Так, это наш списочек. Вы видите все так, как оно было запаковано, я так вам и показываю. И органическая английская основа. Килограммчик мы возьмем. И попробуем с нее. Я ее уже пробовала, конечно же. Очень приятное на ощупь мыло получается. Поэтому буду делать новое мыло из такой основы. Очень хорошее. Все было аккуратно упаковано. В коробочку, в кулечки. Отдельно у нас список. Список того, что мы заказываем. Все верно. И классно упаковано. Спасибо вам большое. Покупайте на сайте Мыло Опт. Очень хороший магазин с приятными ценами. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.